в значительной мере принятое вчера решение окажет положительное влияние на рынок труда. Больше будет людей, которые будут заняты в экономике. Но, конечно, для того, чтобы в целом избежать проблемы дефицита рынка труда, учитывая демографическую ситуацию, нужно прежде всего заниматься повышением производительности труда. Именно повышение производительности труда, отдачи от труда – это ключевое направление. И еще значимый фактор – это географическая мобильность, которая необходима, и мобильность людей по изменению профессии и места работы. Это также поможет нам вот этот дефицит рынка труда увеличить.